Всем привет! Сегодня у меня такой домашний влог. Пришла посылочка с iHer. Хочу вам показать, что я заказала, что ко мне приехало. Здесь на самом деле две посылки, заказ за два раза. Сложила в одну маленькую коробочку, уже открывала, смотрела. Что-то открывала, что-то нет. Давайте вместе со мной. Значит, для меня было открытием то, что на сайте iHer. Я заказываю на самом деле уже очень давно, наверное, не знаю, лет 7-8, не знаю, уже очень давно в России жили, постоянно заказывала. Для меня было открытием, что там продается корейская косметика. И когда, конечно же, я это обнаружила, пошла в этот раздел. Первое, что купила, всегда покупала, это марка Skin Food для очищения, вот белые яйца, для очищения пор, маска. Вот, мне очень нравится, она работает, то есть я уже ее заказываю не первый раз. Потом также заказала патчи для глаз. Многие, наверное, знают, то есть они у меня постоянно, по утрам я просыпаюсь, пью кофе. Вот Black Pearl, черная жемчужина. И вот они обычного черного цвета, вот, наверное, здесь видно. Запах очень приятный, классный. В общем, будем пользоваться. Патчи для глаз обязательно. Дальше у них увидела в наборе вот такую косметичку. Косметичка с пробниками. Стоила она, кстати, $10. Мини-версии, да, различных косметики. Давайте посмотрим, что там внутри. Я еще сама особенно не разглядывала. Значит, серум какой-то. Light фирма, 10 миллилитров, тоже будет достаточно, чтобы попробовать, понять, нравится, не нравится. Также здесь, в этой косметичке, то есть напоминаю, этот набор, вообще у него цена $10, но я так понимаю, что у них вышел новый набор, а предыдущие они уже продавали со скидкой $10. Глиняная маска с чайным деревом, 28 грамм, то есть это приличный такой большой тюбик, посмотрите. Всего лишь, ну, то есть в наборе $10, все вместе. Честно говоря, я не смотрела, сколько это стоит. Neogen Lab, очищающая пенка. Тоже тюбик приличный, 20 миллилитров. Вот, посмотрим. То есть получается у нас уже маска, серум, пенка для умывания. Еще один крем увлажняющий. Тоже Экмило крем, 15 миллилитров, фирма Too Cool for School, Лондон, Нью-Йорк. Вот такая вот. Кстати, она, наверное, не корейская совсем. Нет, Made in Korea написано. Интересно. Здесь же у нас находится It's Skin, фирма, тоже для кожи. Я так понимаю, это какая-то сыворотка, надо почитать, погуглить. Небольшой тюбик, 10 миллилитров. Значит, у него внутри такая пипеточка. Я думаю, что это, наверное, тоже какая-то сыворотка. Но даже 10 миллилитров, я думаю, что классно расходится. А также здесь есть Ficology осветляющая маска. Это тканевая уже, посмотрите. Очень красивый такой дизайн. Приличная. Корейском языке, то есть тканевая маска такая, и еще такая интенсивно увлажняющая, тоже тканевая маска, видите, то есть вот этот весь набор. А еще здесь что-то есть, простите, еще что-то, это у нас для волос ночная маска, тоже корейская, объем, но на мои волосы, конечно, такой объем, наверное, на один раз, ну, может быть, смотря какая консистенция, может быть, на два раза. Не вижу объем, но вот она тоже такая приличная. Быстро. То есть это все получается одна косметичка за $10. Такой набор средств. На самом деле вот здесь в США одна масочка стоит, ну за доллар можно найти вот эти тканевые патчи. Но маловероятно, средняя цена $3-4. Поэтому мне кажется, классное предложение. Дальше. Что я сразу вижу, это бульонные кубики. Я увидела в одной из
девушек из блогерш, то есть мы все знаем, наверное, бульонные кубики Калина Бланка, вот, но это для вегетарианцев, то есть здесь только овощной, и у него состав хороший, то есть соль, я смотрю, ну, органическое пальмовое масло, дрожжи экстракт, лук, морковка, потом у них сельдерей, в общем, петрушка и еще какие-то специи. Вот, то есть, вот такие кубики попробую, не знаю, хочется овощные супчики делать, вот прям душа просит. Попробую, посмотрим, по отзывам, вот я говорю, девочки видела, говорю, что очень вкусно. И стоят они что-то там порядка $3, я не знаю. Дальше, здесь запакованы, это витамин Дали. На самом деле я купила два вида витамина С. Все мы постоянно делаем себе профилактику системно. Вот. И купила нам витамин С, опять содиум аскорбат, упаковка. Я знаю, что вот прямо сейчас он распродан на йорк, но может быть опять появится. Не может быть, он 100% появится от фирмы Nutribiotic. Этот содиум аскорбат у нас есть всегда, на все случаи жизни. Это обязательно. Вот. Я его принимаю только тогда, когда вот прям чувствуем, что заболеваем. Вот. Непосредственно. Причем раньше мы принимали по пол чайной ложки в день. А сейчас я вот нашла информацию, что его лучше принимать прям буквально на кончике ножа, но каждый час вот, в период болезни. И Дани я его тоже даю. В обычной для профилактики, вот, для ежедневного использования, у меня есть другой витамин С, покупала в Костко, для взрослых и для Дани, для маленького, всегда у меня, уже, наверное, я показывала, Child Life фирма, вот этот жидкий витамин С. То есть этот витамин С я даю его для Дани. Вот сейчас опять он пошел в детский сад, не опять, а он у нас пошел в детский сад, и я опять начала давать этот витамин С. Сейчас для профилактики немножко помочь иммунной системе. То есть я подаю курсом, перестанем. Вот. Также у нас я заказала, то есть сама по отзывам я почитала, вроде ничего, фирмы NAV для повышенного артериального давления, от повышенного артериального давления, по идее, по отзывам пишут, что это эти капсулы помогают нормализировать скачки этого давления. Я постараюсь в инфобоксе оставить всю информацию, ссылки на те препараты, которые я заказывала. Вот. Не знаю, помогает, не помогает. Blood Pressure Health, Cardiovascular Support, то есть помощь органам кровообращения сердцу. Вот, для контроля артериального давления. Посмотрим. Я даже, опять же, честно говоря, совсем недавно не знала, для контроля мочевой кислоты в организме с содержанием экстракта косточек вишни, веганский препарат. Он хорошо помогает при подагре. Вот, поэтому, если кому-то интересно, препарат тоже по отзывам покупала, сама лично ничего не могу сказать, но заказываем уже второй раз. То есть он контролирует мочевую кислоту, содержание мочевой кислоты в организме. Так что так. И последнее на сегодня — это препарат железа Гемоплекс. У меня не так давно диагностировали анемию, и сейчас я пробую различные варианты лечение, так скажем, прием препаратов. Обычное железо переносится очень плохо. И у меня уже на самом деле вот это будет 4-й, 5-й, наверное, препарат, который я буду пробовать. Рекомендовала мне его подружка. Гемоплекс называется. Вот так он выглядит. Это здесь комплекс. В общем, 85 миллиграмм железа в составе. Витамин С. Для того, чтобы хорошо железо усваивалось, нам необходимы витамины группы В и витамины группы С. И здесь, то есть комплекс этих витаминов, здесь все содержится вместе. Витамин С, витамин Е, витамины группы В, В2, В6, В12, в общем,
железа 85 миллиграмм, то есть это суточная доза такая приличная вообще. Вот цинк, магнезия, цистеин, L-цистеин. Так что вот состав у него очень хороший. Опять же, я его сейчас, я заканчиваю пока то, что мне выписал доктор, и дальше я перейду на эти витамины, попью курсом их гемоплекс. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свой обзор покупок Сайхерб. В инфобоксе я оставлю информацию, все ссылочки, какие я найду заказанных мною препаратов. И также в инфобоксе будет мой промокод, который вы можете использовать. Если вы будете делать первый заказ, вы сможете получить скидку в районе 10%, а на обычный заказ в районе 5%. И вам хорошо, и мне приятно. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.